Где же твои, да? Привет, ребята! Вы на канале Малышарин ТВ. Давайте с вами сегодня поиграем в маленького щеночка. Ой, смотрите, какой он грустный. Сидит дома, совсем один. Давайте его развеселим и немножко с ним поиграем. Ну что ты такой грустный? Что с тобой можно делать? Может быть, украсим тебе комнату? Точно, давайте посмотрим, что тут можно выбрать. Ух ты, да тут новогодняя елочка есть. Вот ее-то мы и выберем. Ведь только что прошел Новый год. Так, а на окно здесь что можно сделать? Ого, какие-то космические штуки. Но они все платные. Нет, давайте пока деньги тратить не будем. Посмотрим, что есть бесплатное. Вот, рождественское окно. Очень красивое. А здесь что? И обои со снежинками есть. Отлично. А это что за палатка? Ракету можно выбрать. И даже замок, представляете? Я думаю, наш песик обрадуется. Вот, камин есть. Супер. Мы сделали новогоднюю комнату. Посмотрим, как он ей обрадуется. Ну что, смотри, какая у тебя красивая комната стала. Что-то ему совсем не радостно как-то. А может быть, ты хочешь в мячик поиграть? О, смотрите, какой он веселый, как быстро и ловко ловит мяч. По-моему, он хочет сходить в туалет. Смотрите, здесь что предлагают сделать. Ого, следующий уровень. Вот это быстро все происходит. Ой, как ты славно скачешь. И лаешь громко. Ну давай, беги уже, делай свои дела. Вы видели, ребята, что он делает? Ну что, тебе повеселело? А лужу кто будет убирать? Не будешь? Не умеешь? Ну ладно. А это что такое? Что за бумажка? Что это такое? А-а-а, все с тобой понятно. Ну что, теперь ты стал довольным? Да, теперь наш песик доволен. Кстати, а как мы его назовем? Мы ведь не придумали, как его назвать. Тут, смотрите, можно выбрать разную вкусную еду. У нас пока мало чего доступно. О, яичница доступна стала. Ну, давайте ее тоже купим. Так, купить. А здесь что? Одежда всякая. Игрушки. Круто. Ладно, давайте зайдем сюда в следующий раз. А пока... Ой, ты что, спать собрался? Нет, не спи, пожалуйста. Мы же только решили с тобой играть. Ну, проснись, наш песик. О, проснулся. Я уж испугалась, что мы с ним не поиграем. Мы же тебя хотели покормить вкусняшками. Будешь гамбургер? Смотри, какой вкусный гамбургер. Правда, собачкам, наверное, его не очень можно. Какой же ты сытый и довольный, с веселой мордочкой. Теперь хочешь поиграть? А это что за мячик? Ой, как ловко ты за ним прыгаешь. Ой, какой же это мячик, это шарик. Ой, смотрите, лопнул шарик. Ну вот ты даешь. Какая печалька. Так, вы видели, там у него в комнате тоже какой-то шарик есть. А что здесь еще есть? А это что такое предлагают собрать? Ну давайте соберем какие-то снежинки собираем. Интересно, для чего они? А если тебя погладить? Может, вот, смотрите, его можно гладить. Он довольный будет сейчас. Ты что с краешку лег? Мог бы и в центре комнаты улечься. Еще немножко погладить тебя. Ой, какой же ты забавный. Ребята, вам нравится наш песик? Ой, что такое произошло? То, ребята, вы посмотрите, он сбежал ко мне в комнату. Какое безобразие, как он это сделал? Ну, щеночек, как ты сделал? А ну признавайся, как это произошло? Как это вообще может быть? Так, и что с тобой теперь сделать? Непонятно. Ой, только не это! Не делай свои дела на мой компьютер! Он же сломается! Ну ты что? Ох, какой безобразник! Что ты сидишь такой веселый и довольный? Давай немножко поглажу тебя, раз ты так хочешь. Будешь гладиться? Нет, не хочешь? Почему не хочешь? О, вот, перевернулся! Смотрите, улегся ко мне на компьютер! И нежится тут! Хочет, чтобы его почесали! Ой, какой же он смешной! А если его рукой убрать? Ну-ка, опа!
Опа. Оп. Нет. Оп. О, смотрите, он исчез. Представляете, ребята? Исчез наш песик. Ты где? Вот ты где. Ага, попался. А что если... интересно. Что еще тут с ним можно сделать? А если его накормить? Ну-ка, будешь кушать? Где же твоя еда? Оп. Смотрите, прямо у меня на компьютере ест. Вот это интересный щенок. Да, тебе обязательно нужно придумать имя. Что еще тут можно интересного сделать? Ой, смотрите, как чешется. Смешной какой. Ну-ка, ну-ка. А что еще можно сделать, даже не знаю. Так. Ну что? Может быть... А-а-а, опять решил почесаться. Какой же ты забавный. Ребята, вам нравится наш песик? Смотрите, какой смешной. Улегся мне на клавиатуру и лежит, кривляется. Да. Очень смешной песик. Ну хватит тебе. Хватит, хватит. Сколько можно нежиться? Давай, вставай уже. Ну ты же сейчас устанешь и спать захочешь. И у нас не получится с тобой поиграть. Ну что, рассказывай, что ты еще умеешь делать? Ребят, а вы играли в эту игру? У вас песик тоже выбегал к вам в квартиру? Так, посмотрим, может быть ему какую-нибудь игрушку дать? Ой, ой-ой-ой, ой, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Смотрите, притащил ко мне. Ух ты, какой озорник. Да, что ты лапками дергаешь? Еще что-то хочешь делать? Интересно, что он хочет? Как думаете, ребята, что он хочет? Еще поиграть? Ну давай, поиграем. Держи. Ой-ой-ой, ты где? Я ж за тобой не успеваю следить. Да, ты от тебя аж подштармливает. Так, интересно, что он еще хочет делать? Ну мы же с тобой уже долго играли. Так, а здесь что интересно такое? Интересно, что сейчас будет? Нажмите любой стикер. Ну давайте нажмем. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Посмотрим, что произойдет. Даже какое-то неожиданное действие, по-моему. Ну что? Дай лапу. Дай лапу. Не хочет? Нет, а как его тренировать-то тогда? Так. А это что за... О-о-о! Косточки можно кидать ему. Супер. Вы видели, как он высоко прыгал? Оп. Да, какой же он озорник, затейник. Ого, как высоко ты прыгаешь. Ну хватит тебе, мне кажется, уже косточек. Объелся уже, наверное. А здесь что такое? А здесь есть разные, много зельев. Да, интересная игра. Давайте еще какую-нибудь штуку попробуем. Нажмите любой стикер. Давайте посмотрим. Ну давайте все-таки лапу. Дай лапу. О, собака запомнила. Отлично. Теперь проверим, что у нас получится. Так. А, вначале нужно нажать на зеленый сигнал. Отлично. Убираем. Дай лапу. Ой, смотрите, точно ведь лапку дает. Супер, ну-ка еще раз. Дай лапу. Какой же он забавный. О, у нас уже снова новый уровень. И мы заработали еще какое-то зелье, что ли? Так, обучение мы прошли. Отлично. Ну что, пойдем к тебе домой. Положим тебя спать. А то ты уже так долго с нами играешь. А здесь интересно получится? Дай лапу. Так, а как выключить этот? Нет, я что-то не пойму. Дай лапу. Ну дай лапу. Не хочет давать лапу. Что-то хочет он веселиться, мне кажется. Ну держи еще косточку. И еще одну. О, как высоко ты прыгаешь. Давай я тебе еще, знаешь что дам? Мячик лови. Ну-ка. Какой же ты ловкий и умелый. Оп, свалился. Да, бывает. Ну что, давай тебя ложить спать. А тут мне кажется, ты уже устал. Давай... Вот тебе домик для сна. Отлично. Смотрите, какой он сладенький.
улегся и сразу уснул. Да, он ведь так долго с нами играл и совсем устал. Ну что ж, ребята, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии. А также пишите, кому понравился наш милый маленький песик. Если он вам понравился, пишите, как нам его назвать.